Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Мне будет безумно приятно, если именно ты подпишешься и сделаешь эту красную кнопку, наконец-то уже серой, если все равно смотришь мои видео. И сегодня у нас новинки из Макдональдса или что-то, что я не пробовала. Начнем с этих десертов. По-моему, они перепутали и положили мне не то. Там у них появился новый, такой желтенький внутри десертик. В общем, будем пробовать и посмотрим, это тот или они перепутали и положили другой. Дальше у нас креветки. Такие вот интересные. Стоят они ужасно дорого на самом деле, но будем пробовать уже. И кто-то звезданул идею у KFC. И здесь у них опять же эти же крылышки, которые есть у их конкурентов. Кто же, интересно, звезданул идею, а? Сок у меня натуральный. Не знаю, насколько он натуральный, но хочется верить в это. Еще вот соус, кстати. 100 рецептов называется или что-то такое. Очень интересный. Так. А картошка — это просто классика. Мне не хватало до полного стола. Так. Это, конечно, не новинка. Креветки у них есть давно. Возможно, это тоже у вас есть давно. У нас не было, только появилось. Поэтому макаем и пробуем. Я вам сразу буду писать и цены, чтобы вам было легче ориентироваться. Смотрю американских блогеров, и они говорят, что у нас Макдональдс — это место для питания бомжей. У нас не так. За деньги, которые я заплатила вот за все это, я могу покушать не то, что в хорошем ресторане, но в какой-то кафешке я могу поесть на двоих. Не креветки, конечно. Но если сравнивать с другими местами, где продают фастфуд, то есть там можно намного бюджетнее покушать, нежели в Макдональдсе. То есть у нас эта теория не работает. Ну что? Креветки как креветки. Ничего, вау. Ну, вкусно. Но также абсолютно такие же креветки продаются и в доставках, где я заказываю суши. Вот один в один, ничего сверхъестественного. Вчера смотрела видео и говорили про вред кока-колы. Так испугалась, что решила завязать с колы. Потом посмотрела видеоматериалы про фастфуд. Оказывается, не то, что фастфуд нельзя есть, просто его надо есть реже. Если вы в неделю, например, два раза себе позволяете какие-то бургеры, то от этого ничего не будет. А кола повышает сахар в крови, вызывает сахарный диабет, прикиньте. В общем, букет заболеваний. Ну, в общем, креветки вкусные. Ну, ничего, вау, прям. Цены я вам тоже буду писать. Некоторые недовольны, что я пишу только в рублях и в манатах. Просят еще писать в тенге. Но у меня просто из Казахстана очень мало зрителей. Ну как мало? Писать во все валюты — это немного сложно на самом деле.
Поэтому я думаю, что в Казахстане все мы грамотные. Из рубля всегда можем перевести. Так, дальше, что мы будем пробовать? Давайте уже наконец-то выясним, действительно ли они мне положили то, что я хотела. Вот фотография того, что я заказывала, и вот что мне пришло. Нет, они перепутали. Как можно перепутать? Это самый обычный десерт, который я всегда ела. А я хотела не этот. Там появился новый. Внутри с абрикосом, по-моему. Ну, в общем, фотография вот. В какой-то веке сегодня я подготовилась, зарядила камеру, уже села и на старте жду, пока мне принесут, значит, это доставку. Спускаюсь, забираю, поднимаюсь. И что вы думаете? Хорошо, что я проверила, оказывается, у меня села зарядка на микрофоне. Я просто ввела в привычку, каждый раз, когда сажусь снимать видео, обязательно перепроверяю. Делаю вот так раз, потом перепроверяю. Итак, надеюсь, что эти крылышки, они не очень острые. Это не совсем крылышки, это знаете какая часть? Моя нелюбимая часть. Ну, в общем, выглядит почти то же самое, как в KFC. Ой. Надеюсь, хотя бы у них не остро. Не могу понять, они горячие или острые. Ну так себе. Конечно, вкусно. Нет, они вроде тоже немного островатые. Вчера, кстати, увидели с Чинары. Были в кафе Сити. И что мне не понравилось, они включили, то есть, чаевые в стоимость дополнительную. То есть, еще 5% сверху ты должен заплатить, типа, за чаевые, за сервис. Но это нигде не указано. К примеру, я прихожу в ресторан, например, да, с $10, я заказываю на $10, и у меня больше ни копейки с собой денег нету. И тут мне приходит счет, например, не 10, а 10.50, например. То есть я считаю, это как бы ущемление наших прав. То есть в начале меню должно быть это написано, или официант должен говорить, что еще плюс 5% у вас там, да? Я заказала цезарь, вообще не понравился, невкусный был. То есть у них и так цены очень дорогие, можно сказать, да? Еще плюс они хотят 5% за сервис. Сейчас во многих местах так, но просто нужно предупреждать об этом.
я могу сказать насчет крылышек? Если сравнивать с KFC, здесь им надо немножко поработать. И почему-то мне попались вот эти неудачные части. Но они тоже острые, но не настолько острые, как в KFC. Так от души встретились, посидели, поболтали, о том, о сём с Чинарой. Она там про свою семейную жизнь, про какие-то тонкости, про свою работу. Вообще интересно общаться с разными людьми, когда у тебя много подруг. Каждый из разной, как сказать, сферы. Кто-то рассказывает про свою работу. Я рассказываю про свою работу. Хотя, что я не рассказываю, она все равно знает. Уже потихоньку замечаю, что смотрю там блогеров. В Москве уже там дождь, погода уже холодная. У нас такого нету. Вот за это я обожаю Азербайджан. Где-то, наверное, до ноября мы будем ходить без курток. А потом ноябрь, декабрь, январь в какой-то кожанке. Потом опять раздеваемся. Вы знаете, люди все недовольны, все что-то ноют, погода какая-то не очень, да? И говорят, вот, кто никогда не был в России, все говорят, вот в России, наверное, классно, летом хотя бы прохладно. Я говорю, вы че, я жила в Саратове, там и летом жара, и зимой холод минус 40, летом плюс 40. Почему-то у всех такое представление о России, что прям вот холода и летом у них прохладно. Конечно. С первого дня я переехала в Баку, и вот иду я в школу, я чуть не понимаю, что зима-то не начинается. Потому что родственники из Азербайджана говорили, ты что, у нас зимой очень холодно. Я говорю, а снег бывает? Не-не, снега не бывает, но бывает очень холодно. Я что-то иду каждый день, получается, в школу, смотрю, там лужи, они не замерзают, то есть нету минусовой температуры. Я думаю, ну, наверное, просто эта зима очень такая жаркая, да, так скажем. Бывает же иногда, что зима проходит очень тепло. Но потом весна бывает холодная. Оп-оп, чьи-то оп, все, лето. Я такая, а где зима-то? Так была недавно. Нет, я немножко, если честно, была шокирована, когда я переехала. Мне настолько нравился климат. Сейчас я как-то привыкла. Мне кажется, в Сочи хороший еще климат. То есть здесь, по большому счету, сильно теплую куртку вам не надо. Хотя я покупаю. Я такая мерзлячка стала в последнее время. Наверное, это с возрастом. Было мне 12-13 лет. Хоть даже холодно на улице, так хотелось повыпендриваться. Там, не знаю, коротенькая юбка, без шапки, зимой. Очень хотелось повыпендриваться. Сейчас нет. Сейчас чуть-чуть минусовая температура, все. Я в одеяло укутываюсь. Тут ремень и пошла. В общем, на этом все. Я поела. Но было очень приятно, что мне здесь написали good morning. Потому что я заказала утром
Наверное, утром у них мало заказов и есть время написать. Но, к сожалению, нету времени не перепутать мой заказ, потому что десерт положили не тот. Ну да ладно. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Не забывайте подписываться.